Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Предлагаю вам Таро предсказание для знака Зодиака Лев на февраль месяц. Что ожидать знаку Лев? Какие события будут? Да. И мы здесь видим, что новые виды будут рассматриваться. Заработка на февраль месяц. Видите, вращается вот такой у нас пентакль, королева жезлов. Но есть у вас кто-то из влиятельных людей, начальница кто-то даже. Очень жесткая по работе, можно отметить. Кроме того, королева жезлов, она говорит, что есть воздействие магическое, на что обратить внимание. Паж жезлов. Виды новых работ. Тоже рассматривайте жезлы, чтобы высокооплачиваемая работа. Император. Да, можно попасть на высокую должность. Если женщина одинокая, она может выйти замуж за такого успешного человека. Или если есть муж, который будет предан, который работает, как мы видим здесь по одежде, он работает по часам, строгий, в рамках себя держит. Это тот, который не будет изменять ни в коем разе, ведь это сегодня такая проблема жизненная. И понятно, что должность, если вы хотите туда попасть, пожалуйста, вы о себе должны заявить, резюме, обращаться можно. Но сегодня будем говорить февраль, так, небольшие заработки, они стабильные, они всегда есть у вас. И почему-то вы будете, ну, депрессия, и чувства есть, и все есть, и вот именно чувства, как свыше от Вселенной. Ну, почему-то какие-то переживания, обратите внимание. Все равно наладится все, не переживайте. Дело в том, что там в любом случае у вас туз-чаш, когда переливается через верх, хорошие чувства. Видите, работы будет очень много. Вы уже устали от работы, чувствуется, знаете, подустали, знаете, опыт есть, жезлы. Но здесь уставший человек, но он хочет продолжать все равно работать. Заработки очень высокие, хорошие заработки мы видим. Иерофант, он говорит, что, пожалуйста, надо быть духовно богаче. Тоже не забывайте о духовности. Кроме того, вам надо подучиться еще чему-то. Что-то будет меняться в работе, где-то надо совершенствоваться, что-то новое осваивать. Повешенный. Это у нас старший аркан и говорит, что те вопросы, которые вы сильно переживаете, немножко они зависли в процессе. Но тем не менее, арка у нас растительность, у нас есть, видите, ореол у нас такой, золотой успех будет. Только, говорят карты, подождать немножко. Вот не надо торопиться, потому что у вас и депрессии будут посещать, и какие-то меняться, очень такие сильные, мощные эмоции. Помогут друзья, друзья старые вам помогут решить. И денежный вопрос, вот у вас туз пентакли, это будет действительно открытие чего-то материального, денежного получится. У вас будет праздник в феврале. Вы будете праздновать. Бывает так, что откроете свой бизнес. Или же соучастие, может быть так, содружество. Пригласят вас быть сокомпаньоном. И сама Вселенная в феврале даст такую возможность праздновать. Это помолвка, это замужество. Это может быть просто день рождения у кого-то. С близких будет такое. Ну и естественно, если куда-то человек определился с работой, поездкой определенной, высокооплачиваемой, радость, то, что приносит радость. Пятерка говорит, пентакли, что может быть так, что какие-то деньги вы сможете потерять. Каким образом? Предупреждение, чтобы вы были внимательны, потому что кто-то захочет занять сумму денег, но и вряд ли постарается отдать вовремя. Знаете, бывает так. Вы любите быть закрытыми, в одиночестве стараетесь, большинство из вас. Это же общий расклад.
работать отшельником. Знаете все, вы можете успешно работать и считаете, что отдаленная работа, вот как сейчас, очень успешно может вам сопутствовать. Да, и Туз мечей, это то, что, знаете, у вас карьерный рост может быть, и, ну, надо добиваться. Шанс выставить свое резюме, и у вас получится, потому что успех есть, корона, мы видим, это того, что знак есть такой, что вы можете иметь успех, если, конечно, о себе заявлять, и не надо депрессировать. Верховная жрица говорит о том, что есть на вас магия, поэтому помните, что иногда нужно очищаться от магии, видим луна. И у нас есть здесь свиток, который говорит, что все равно вы будете знать, кто на вас так воздействует. Рыцарь жезлов, что-то ворвется так, знаете, резко в вашу жизнь. И даже если вы не замужем, какой-то жених может такой успешный. Если вы, допустим, с какими-то вопросами занимаетесь, тоже может быть. Но сначала хочу сказать, что это очень резкие, такие быстрые переживания, которые внезапно. Но надо отметить, что да, как бы вы будете рассматривать, что это на пустом месте? Да нет, это будет как раз, вот видите, по теме, что вы не сильно довольны теми деньгами, которые вы заработали. Хочется, чтобы было больше, деньги есть, но вы хотите больше денег. И вот такая у вас будет цель, и вы можете добиваться, у вас это получится. Ну, вот эта карта говорит, что экономите очень сильно. Да, ну, может и стоит экономить, складывать. Ну, какую-то вы цель преследуете. Какая-то цель у вас, может быть, это связано и с недвижимостью, покупка серьезной автомобиля или чего-то. И поэтому вы должны экономить деньги. И так у вас и получается. Проявляется как жадность, который каждую копеечку экономит, он не поведет вас лишний раз в ресторан, поэтому будьте активней по этому поводу. И тоже, вот есть Туз мечей, добивайтесь. Какого вы хотите жениха? А есть у вас, пожалуйста, император, а у вас есть, пожалуйста, вот такой четверка пентаклей, жадноватый. Есть такой, что дорабатывает, но не так, как вам очень хочется. Будет человек еще у вас из старых знакомых, если вы не замужем. Ну, а если замужем, видно, что жадничает муж или жена, экономит очень сильно. И недовольны тем, что вы зарабатываете. Им хочется побольше и побольше, чтобы зарабатывали. И отметить надо, что надо повышаться духовно вашему знаку зодиака. Так советуется на февраль месяц подучиться чему-то. Успех однозначный. Обратите внимание, вам будут предложения хорошей высокооплачиваемой работы или шансы. Вы будете это видеть. Ну, пожалуйста, если вы не будете обращать внимание, мимо пройдет. Но если вы обратите внимание и, конечно же, будете писать свое резюме, идти на переговоры, предлагать то, что я это могу, я хочу здесь работать, у меня все получится, и точно у вас будут сбываться эти мечты. В целом карты, общий расклад, они вам рассказывают, что будет в феврале для этого знака зодиака, плюс на что обратить внимание. Хочу пожелать вам счастья, благополучия, успехов во всем. Я не прощаюсь. Заходите, подписывайтесь, чтобы получать оповещения. Нажимайте колокольчик, чтобы получать своевременно оповещения о новых видео. Не забывайте писать свои добрые комментарии. Я их очень жду. Свои пожелания, пожалуйста, пишите. Пока-пока.